так здесь палатки выйдут овощи. Так водопровод ручей, как водопровод. Вот. Это был кабачок. Ну и посуду также полоскают здесь. Вот. Моют, полоскают, все в ручье. Как водопровод, как я уже говорил. Очень удобно, кстати. Пить можно. Ну и пить можно из этого как, ручья. Сюда воду берут для питья, для мытья, для всего. Она проточная. Она проточная. Он идет пить. Вот сейчас. Также еще и мою здесь руки. Одежду. Грязный причем. Ну как грязный, чтобы он поносился. Вот. А мне можно? Я можно. Так, пойду наверх. За малиной. Так. Я что же ем малину? Не малину, а черемуху. Также белье полоскают, например, стирают, полоскают. Ну, деревня стоит на ручье на этом. Вокруг ручья она построена, чтобы было удобно. К шлангу подключают насос, и вода идет дом в ручье. Также все около ручья. Вон. Розетка выведена, шланг. Там ребятишки играют. Интересно. Заработать насос. Уже подключен. О, заработал насос. Вода идет по трубе. Здесь скоро польется. О, текла. Современная деревня. Высоко? Так удобно.
Вот такая штуковина. Ну, не во всех деревнях есть ручьи и речки. Да, да, вот тем более, не во всех деревнях есть ручьи и речки. Ой. Оба сначала. О! Тут полоскают. Или как, не знаю, полоскают. Только женщины, но мужчины. Эй, внизу там! Какую-то дедушку. Я наверху. Yeah.